Привет, я участник BTS. Что ж, 2021 год почти закончился, и мы встречаем Новый год. Сейчас мне исполнится 28 в следующем году, но я все еще не могу поверить, что мне почти 28. Как-то странно, очень странно. В 2021 году мы получили большую любовь от армии, с Permission to Dance и Butter. Я хотел сказать вам огромное спасибо. Также я хотел бы поблагодарить вас за то, что сделали возможным этот концерт. А мы продолжим, чтобы поделиться прекрасными воспоминаниями с армией в 2022 году. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуться с потрясающей песней. А в 2022 году я надеюсь, что наши участники, армии, моя семья и все мои друзья проведут год полный счастья и крепкого здоровья. Это мое новое желание на Новый год. Что бы это ни стоило, вы проделали отличную работу в 2021 году. Надеюсь, вы сможете сделать 2022 год счастливым. Спасибо.